Госдума приняла закон о налогообложении имущества крымчан, проект которого был инициирован парламентом Крыма. На данный момент в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до вступления в силу закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество, налог на имущество физлиц исчисляется на основании данных о правообладателях, которые были предоставлены в налоговые органы до 1 марта 2013 года. В тот момент налог не мог взиматься по закону России, поэтому новый документ предусматривает изменения в налоговый кодекс, меняющий принципы обложения по временному показателю. Принятый закон поспособствует устранению противоречий между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, проживающих в республике, в законодательное поле России.